Брянский кафедральный собор встретил малый престольный праздник. В 2005 году преснопамятный святейший патриарх Алексей II благословил в городе строительство собора в честь Живоначальной Троицы, а через два года был заложен и освящен фундамент нижнего яруса будущего кафедрального собора. Казанской иконы Божьей Матери митрополит Брянский Исевский Александр возглавил престольное торжество в Кафедральном соборе. Южный предел верхнего яруса освящен в честь Казанской иконы Божьей Матери. Молитвенно почтить одну из любимых в России святых икон собралось много народа. По окончании литургии владыка Александр возглавил крестный ход вокруг соборного храма. Молитвенное шествие совершилось с казанской иконой Божьей Матери, подаренной патриархом московским и всея Руси Кириллом в день освящения кафедрального собора 1 июля 2012 года. Это один из почитаемых образов в России. В каждом городе всегда, я помню, в детстве, куда бы я ни заходил, самым любым, когда мы обращаемся к Божьей Матери с верой, когда она видит наше сердце, что оно действительно просит ее о помощи, верующее сердце, Матерь Божия непременно приходит к этому человеку и исполняет. Обращаться к Богородице и верить, что она слышит наши просьбы, этого пожелал собравшимся архипастырь.